Крит, город Ретимна, улица Каподестрио. Ноября обещали целую неделю дожди, но вот сегодня немножко дало. Малия уже поплыла, но при таком дожде, если вот так пойдет, не переставая, минут 30-20, то и Ретимна местами поплывет. Дети в школе, надо будет думать, как их уже со школы эвакуировать. Школа находится на горе. Ну вот и Ретимна конкретно обложила. В принципе, дождь идет сегодня на Крите с утра. В Ретимна сильный местами. В час дня забирал детей со школы. Я уже знаю, в дождь это настоящая эвакуация. Куча машин. Сверху с гор несет грязь. Все нервничают, не разъехаться, пробки. Так что, когда дождя много на Крите, это проблемы. У меня интернет показывает, что уже дождя нету. Но вот Ретимна конкретно обложила. Еще сегодня польет 2-3 часика, то будут большие проблемы.